Друзья, всем привет! Вы с Аленой, и сегодня мы с вами говорим, собственно говоря, об успешном успехе. Как быть успешным и как получать то, что вам нужно, или то, что вам кажется вам нужно. Если, друзья, вы не понимаете, с чем связан успех, я объясню некоторые модели, которые будут влиять на ваше, грубо говоря, сознание. И действительно, друзья, успех – это не что-то, не какая-то новая область, это то, что вы научились делать хорошо, это то, от чего вы кайфуете, и то, что вам приносит результат. Есть некоторые профессии, есть некоторые моменты, которые влияют на все ваше состояние. И если бы вы действительно обратили внимание на то, как строится ваша жизнь, вы бы поняли, что успешным может стать абсолютно любой человек, у которого все грамотно с целеполаганием, с состоянием, и человек может контролировать свои импульсы. Это очень важно, ведь многие не могут справляться со своей импульсивностью, и это приводит человека к дополнительному стрессу. Что бы хотелось сказать, что если вы хотите действительно быть успешным в какой-то области, уделите этому время и работайте в этом направлении. Что может остановить ваш успех? Собственно говоря, это все то, что вам, чего, от чего вам тревожно. Если вы бежите от этого, то, соответственно, вы будете уходить сами от себя. Поэтому, друзья, будьте благостны к себе, приходите, кто еще хочет в консультацию, пока они открыты. И, собственно говоря, про успех, это не навык, это то, что вы приобретаете посредством своего продвижения в жизни.